Это правда, что вы предсказали то, что Россия отнимет Крым Украины? Это было не предсказание, просто когда я был здесь в 2013 году, и вот Замятня, да, или Руина 2 началась, да. Это был, наверное, ноябрь после Майдана, декабрь, потому что был уже разгон Майдана у вас. И я смотрел на реакцию людей, которые там принимали решения, наших военных, естественно, общался дипломатов, не с Путиным, да. И вдруг я почувствовал, знаете, вот такой охотничий азарт у наших. Вот у нас, вот его никак не определить, они ничего не говорили, да. Но вот эта история, которая начала балансировать, январь, потом февраль 14-го, что мы с этого будем иметь? И я вдруг сказал тогда, здесь, по-моему, я имею в виду здесь, в Киеве, я сказал, что Крым возможен, если все рухнет. Но это был расчет, а не догадка.